А, Кавадзи еще в там, точно. На метки назначали уже, не? Нет еще. Сейчас я дал чек, сейчас дам, проставлю. Ставлю. Кавад, ты третью фазу танчил? Нет. Вроде ж как-то танчил без меня раз. Ну, пускай тогда будет танчит. Там фишка во Фриде. Нет, там не я танчил. Ну, можно я могу потанчить, но... Только там... Так, ладно. Покажешь. Сейчас, давай сначала по меткам расставлю. Давайте по меточкам хилы, пуси, череп, старик, звездочка, ойну назад и черные ночи в луне, пока тут в трусах. РДД зона, женек, трусы, фростгорн, луна, адмирал, череп, а белдон, звездочка. Дальше. Я встану в черепе, Розелина в луне, Мозер в звездочке, а Женен в трусах. Леша, станешь в этом, в звезде. Никитос, станешь в черепе. Дальше Милики. Враска. Враска звездочка, Фанзера луна, Талдаран трусы. Ауди в черепе. Кладбон звездочка. Кладбон нет, Кладбон в черепе. Рога в звезде. Ухан полумесяц и провокатор трусы. Если кого-то забыл, скажите. А Талдарам где? Талдарам в трусах. Куда ты мне сказал встать? Тебе в звездочку. Адмирал. Давай я лучше куда стану, где просматривать все буду. Или... А, тогда Женуэн звездочку, а ты встанешь. Так, Амир тебя куда поставил? Ты там за трона не просматриваешь. Амир и Беладон. Луна в луну. Беладон, а ты? Я крест. Адмирал, звездочка. Ты. Адмирал, ты. Погоди. Ты его в звезду. Беладон, ты в звездочке? Ладно, Беладон в звезде, еще раз, адмирал в черепе. Постоянно уходите и... Полин, потом скинешь на друида. Гена, даже отойти не дает, а? Вы постоянно начинаете обходить. Я слышу то, что... И потом типа спрашиваю. Че, поехали? Сейчас, подожди, дай рыбу поставлю. Бафы, рыбу. Да, бафы дайте. Селёдку, рыбу поставил жить. Напомню, краткий курс. С первой на второй фазы нажмите кнопочку, наносите лужу. Геночка, у меня даже регов нету для бафов. Ну, Джефс... меня позвал. Джефса позовите, поставьте кнопочку. Позовите, поставьте по барабану. Лок, на себя СС сразу закидывай. Так, а я накину, наверное. Кто тут еще первый раз? Ой, ну назад. Держи ты. Все, на первой фазе, когда говорят шторм, значит разбегаете. Набирайте раньше здесь. Макроса на сове нету. Макроса нет. Хреново. Значит, читаем косты. Каждые три, через каждые три ведет шторм. Точнее, три коста, 5 секунд и шторм. АДБМ. Еще раз, чек на паузу. Так, что в итоге? Я танчу что, первую? Что там еще? Запускай. Кават, смотри, тебе нужно на луче подходить к боссу. Точнее, желательно прям... У босса стоять, танчить его. Не, видишь босса... натиск, но так же отбегаешь. После натиска сразу к боссу. Луч должен идти в тебя. Всегда. То есть ты должен быть ближе всех к боссу. Ну ты учитываешь, что... Я может... понял. Что может быть натиск, поэтому... Смотри, ты находишься, вот если Джайми стоит посередине, ты находишься примерно вот здесь. Чтобы, да, чтобы ты успевал и во время луча подойти, если что, отбежать во время натиска.
А по поводу натиска, вот здесь вот появится вот эта хуйня. Возле нее стоишь, тут нихуя шариков нету. Сейчас я ему давай метку поставлю. А я вижу, я понял тебе. Вот тут вот. Ну тут натиска нету, типа луч, ой, как купол разводишь, ты должен находиться вот здесь примерно. Если с этой стороны заморожена земля, получается с обратной стороны вот здесь. Если здесь заморожено, то вот здесь. Так, и Розелина, напомню, с тебя замедление по Джайне. На первой фазе Джайна не бьется, просто замедло поддерживает. Колебала портал. Да, у меня проблемы. Сопротивки выпить. Может, большого не будешь забирать? Второй... Второго забираешь. Первого не забираю. Шторм, разбежались. РДД свечный разбежались, шторм. Разбежались. Большого не бейте, там кого-то подводят. РДД, аккуратно. Все, добили. Перебежали на другую сторону. Нет, нормально. Вот сейчас разбежались. Там, смотри, получается три коста этой магии, и через 5 секунд где-то шторм. Плюс-минус. Разбежались.
Раздосвечнусь. Жена, ты все сделал. Смотри, там куракас. Еще один должен быть. Разбежались. Сбежались. Последний луч, можете сбежаться. Все, раздосвечнулись. Напоминаю, кнопочку нужно прожать и ничего не тыкать и не двигать. Потому что это заклинание нужно поддерживать. Все по меткам расходитесь, кто где стоит. Ухан на своей стороне, крик обновляй. Прожали кнопочку. Лак, что ли? Что у меня не появилась кнопка? Лучи. Раскол не забывай, так. Метки. Забирать. Кого? Там. Метеоры. Лучи. Метеоры. Ой, метки. Метеоры. После метеоров сразу поползут. Кого-то как только скинется. Огненный шар. Как сразу думать. Ложимся. Где метеор не закрыли? Слева. Слева от звезды не закрыли. У меня было два стака, еще на метка на меня висела, я там один был. Как бы звезда вообще никто не вышел. Где трубил Адуану, там вот взорвал. Че звезда, ты сказал? Слева, где звезда? Слева от звезды, смотреть со стороны, блять, этого. Там взорвал. Я справа закрывал. Рисуйте. А что тут аддоны перестали работать, что ли, или что? Я перезайду, у меня кнопка не появилась просто. Надо. Рыбу поставим. Ген. Да. Фарада возьмите, Урей. Поминай меня с ебучей звезды. Меня калит, я не могу экран отдалить там. Тогда пока тут звездочку и... Да, пока тут звездочку и женек звездочку. А адмирал трусы и старик тоже в трусы.
Ауди, это ты на замену. Ставлю шкаф. Поставьте портал, думал Галаран. Ну он уже ТПшный. Знаете, почему не пошли метеорит закрывать? Почему? Нанесли метку? Потому что там было в этом метеорите 4 лужи. Видимо, люди боялись сдохнуть. Фарада, если слышишь... Возьмите лужи, встань. Пожалуйста, как-то разрозненно, а не кучкой. Можно в этом... Дроиду можно прям в лужу вставать и один дебаф ловить. Дубовая кожа спасает. Фарада в луну. Дебаф не кидает, пока лужа не ползет. Чё ты взял? Труса стоит, да? Еще раз, кто спрашивает? Талдара, мне также стоит в трусах? Да. Нет. Те, кого называл, только те это поменялись. Гена, я сейчас аддон в бою настраивала. Ты бессовестный. Я не Какой? Была готова к Джайне. Хилбот! Да, а что, скопировал шаман? Аддон с белкой и всё. Кидайте друг другу. Запускай. Поменял я, ну всё понятно. Чё? Променял меня, ну всё понятно. Да не. А сейчас также это Розелину на себя, закинуть, как обновиться. Я закину на креста. Лапу дайте. Дай этому Фарада ассиста. Если есть, запусти ДБМ. У него нет, пишет. Ну ладно, тогда считаем. Кто-нибудь тоже считайте косты? Могу, потому что маленько ошибиться. Каждые две нестабилки же, да? Каждые три. Первая идет, смотри. Первая идет... Ну, нестабилка и сразу же шторм. Потом три нестабилки, секунд 5-6. Понял. Ну, попробуем, давай. Вот это вторая была. Набрали раньше. 5 секунд шторм. Сбежались. РДД свечнулись.
Разбежались, шторм. Сбежались. РДД свечнулись. Прибежали на другую сторону. Шторм 10 секунд. Разбежались. Бежали. Забежались. Так, не кидался, прохилился. Большого, что ли, сорвал? Как-то резко упал. Угу. РДД свечнулись. Разбежались. Все, сбежались под последний луч. Стопните ее, не бейте. Все, РДД забили. Все, по меткам разбежались. Кнопочку прожали. Я хуй знаю, а то у меня нет кноп. Т5. Просто на Т5 есть что прожать? А? На Т5 есть что прожать? Нет. Ты в какой метке лежишь? Везде лежу. Пока тот подними, метеора. Пока тот враску подними.
Лучи. Рибаф по паладинам. Зеленая метка. Метки. Собираем. Метеоры. После метеоров сразу поползут. Флотбон, улетишь с платформы, ближе подойди. Вервольф, в какой метке лежишь? Поджайный, меня убила лужа, поджайный. Флотбон, подними, лучи. Вервольф. Метки. Метеоры. Метку разлили в черепе. Встаньте чуть левее, либо сзади. Забери. Лучи. Бон провокатора, чё за... Соло метеор. Метеоры. Ползур. Колбан, ты рогу поднял или нет? Ну я поднял. Да, я поднял. В черепе лужа развелась. И мне же. Лучи. Метки. Метеоры. Старик, ты не можешь, блядь, сдвинуться? Я метку выносил. Лучи. Я тоже. Вправо. А потом перебежал туда. И сдох, не добежал, точнее. Метки. Часто человека только в этой метке. Метеоры. Ген, у нас три человека только в трусах. Где все, блять, я хуй его знаю. Лучи. Забери. Метки. Фаза. Сейчас будет. Ползут. Еще 4% до фазы. Два. Метеоры. Так, у кого БР? У Жанена и у Полин, у тебя. Плюс у тебя, да, Леха, есть БР? Да, у меня есть. Полина, поднимай мазафакера. Поднимешь, я думаю, Кладбона. И Жанен, поднимешь провокатора. Да, крепко, брат. Леша у трусов. Кладбон в черепе. Провокатор у Джайна. Дайте баф. Дебаф дайте. Натиск. Замедло. Розелина закинь. Обалдели, что ли? Буря. Женек и Полина. Луч. Буря. Адмирал Пусси.
метки. Разбили метки. Буря, Кладбон Фанзера. Луч. Смещайтесь, квадрат. Буря. Старик Женен. Натиск. Ну ёбаный. Никитос, долбоёб. В кого там пошло? Тут не Никитос, тут, возможно, я зацепил. Никитос, возможно, Полина я видел, зацепил. Самый первый Никитос и Эрдрушки, две штуки они поймали. Четко было видно. Че там, пет, что ли, был хантовский? Души не ему. Да нет, у Никитос спецов еще. Да нет, то что лучше пошел, ложите. Чем мучиться, ну? Заходите. Сладбан, спекайся в танк. Кстати, лол, ген. Вот смотри, я зашел в купол, меня первые полторы секунды вообще, по-моему, не дамажит. Да, купол слабо бьет. Альтернатива из шипов выбегать в купол. По-моему, я уже читал где-то то, что пет уже не, типа, на них не идет лучше. Вроде убрали это по фичу. Мы говорили, что типа был какой-то. Рыбу ставлю. Петы локов, блять, петы хантов на время луча, блять, должны стоять возле вас. Враска, а чё, бабл не помогает? Нет, наверное. Не знаю, мне кнопка не появляется, типа. Ну если кнопку не прожал, типа, попробовал бы бабл нажать. Бабл не помогает. Типа Фанзера. Снимай ты 5, одевай ты 10, браска. Одевай 4, блять. Напиши макрос себе. Слэш каст купол света. Давай. Мне интересно, да. Так вот, только слэш поставил. Фанжера тоже в Т5, и ничего, он же как-то нажимает. Спроси у него. Каст купол света, макрос. Вчера же у ребят то же самое. Не работает только ОДЦ. На второй фазе повнимательней с метками, народ. То и в трусах разлили, в черепе разлили. И под боссом. Не то, что с метками, с метеорами, блядь. ОДЦ, да, там... У них точно так же купол запускает купол света. Поэтому не работает. Блять, босса, блять, когда метеоры хуй кто закрывает. Лёх, сейчас три танка, да? Лёш, примерно объясни, что делать. Больших держать. Трэш на первой фазе. Может, здесь все, да? Да, у тебя кулак будет по одному забирать. С большой буквы или пох? Без разницы. И метеоры получше будет закрывать, блять, в три танка. Кладбон не где все, а под боссом, там же где есть. Слышишь, Фанзера, ты, у тебя скиллы Т5 на панельке или, блять, они у тебя загораются? Загораются. Дело в том, что у меня на панельке они стоят. Скорее всего, когда ты ставишь, да, у меня такое было, то что я перед тем, как вытаскивал на панельку, а потом с панельки обратно, у меня не прожимались, когда вот они высвечивались. Но это именно вот Т5. Возможно, на то же самое с этой кнопкой. Но в бою у тебя время, я думаю, так же не получится, поэтому вытащи себя. Ну, пропиши слэшкаст. Ну, я прописал, не знаю, поможет ли он. Должно помочь.
Я, потому что это заклинание добавляется в книжку. Кодбан, заретаунти. Ты второго забери, скоро появится. Вот он, Кават. У нас, походу, Кават Ахкар. Либо что-то с ним нет. И тут Кават, вон, фуловый моб. Шторм 10. Разбежались. Сбежались. Мишка, Мишка, вот эти мобы большие, тебе их надо бежать в подгон. Вот чародейский сокрушитель. РДД свечнулись. Разбежались. РДД свечнулись. Перебежали на другую сторону. Разбежались. РДД свечнулись.
Разбежались. Сбежались. Под последний луч. А уешьте. Горовский, так, и тебе уже зубы. Стопните его. Парады повис. Рада свечную лесу набили. Все по меткам разбежались. Его выкинул. Прожали. Да, прикинь, за Т5 было. Что? Большого заберите там. Лучи. Метки. Метеора. Лучи. Метки. Метеора. После метеора сразу поползет. Ну кто в ми... Неожиданно, Миша. Лучи. Метки. Метеора. Лучи. Метки. Метеора. А, это не Миша. Ползут. Сразу лучи пойдут. Поэтому милики не подходите. После коллапса сразу лучи. Полина, подними Никитоса. По-моему, с тобой. Нет. Метки. Он не сам. Забирай. Колдун, подними Никитоса. Осторожно, огонь. Лучи. Череп, огонь, осторожно. За черепом огонь, осторожно. Метки. Метеора. Череп, когда поползет, отойдете. Потому что прям через вас пойдет.
лучи. Это не по хантам рибов. Метки. Ползут. Череп аккуратно. Метеоры. Лучи. Метки. Ну выйди, ну кто там, блядь, стоит? Сова. Лучи. Леш, подними меня. Метки. Метеора. Ползут. Один закрывал одна. Глыбу не. Второй раз глыба не работает, я уже один раз закрыл глыбу. Я жду, я попробую сейчас посмотреть сдать. Сейчас фазу буду. Next level play. Не успел, да? Коматосил. Сразу в метки свои. Точнее, в крест и в квадрат переходить. Гена, в ваншоте я. Рибафы дайте по локам. Белка МК повесь? Метки. Женан, подними адмирала. После мет. Разбили. Натиск. Жена адмирала подними. Буря. Провокатул полтора. Метки. По магам рибав разбили глыбы. Буря. Мозер пусси. Буря. Старик адмирал. Луч. Геру. А я Полина пока тут буря. Метки. Разбили. Буря. Девка мазафакер. Купол 5 секунд. Купол.
Мозер, не беги вперед. У кого бэр остался? Полин, у тебя? Полно 4. Пока тот поднимешь черную ночь. Женек встанешь сам. Коват забирает трэш. Ну или кто-то, коват, если на боссе, то Войд забирает трэш. Угу. Риска есть. Добивайте последний катализатор. Розелин, замедло. Блин, еще раз. Натиск. Косты бейте. Вон шлюха это рядом стоит. Кого? Блин, если есть БР, по кладбону подними. Метки. Разбили метки фастом. Луч. Натиск. Косты кикайте, все, кто может. Буря. Война назад, Вервольф. Луч. Идея до купола одна минута. Минута 09. У меня есть пап даже, да? Натиск. Сорок пять секунд. Буря. Старик черной ночи. Метки. Мозер даже гин на хп. Я в метке. Война назад гин на хп. Метки разбили фастом. Ты 4 проси. Луч. Дал ты 4, хорошо. Фул Джайна добивайте. Купол, купол, 5 секунд. Готовьтесь. Купол переживаем и добиваем потом. Блин, обидно не за. Анзера, благодарю. СС есть? Я на престан давал.
Фанзер, но мне тебя засеять было нечем. Набивайте последний катализатор. Трэш Бьем или Фулл Джайна? Фулл Джайна. Кладбон себе... А, блядь, ну собирай давай трэш. А так все Джайна. Я так понял, эти, ну, страхи дают, как они кристаллы, да? Да. Да. Потому что я кристаллы... Натиск. Это я поймала. Несправедливо. Стоишь, фу, стоишь на другом конце, кто-то ловит натиск, тебя убивает. Прикинь, сколько я себе еще убрал. Блин, ну сейчас она значительно легче стала, чем раньше. Да, да. Гевка, у меня был план тебя за... Как раз резы начались. Кого сломал? Плавил еще, и поэтому... Два натиска. Нехороший дарай, мне понравилось. Твоей хуёвой совой я на себе. Вы хуели? На шестом, по-моему. На седьмом. Чё? Этот, я не скидывал с первой фазы. Скиньте нормально. Ну вот, чё-то я скоро. Вроде бы... У меня Мазваки на девятом месте. У меня же ВН на седьмом. Лёха на девятом. Я скидывал. Я своим рестор-друидом тоже... Да то хилить нечего, Полина. Ну тут да, тут мало хилить. Но я не последняя по ХПСу. Сундук никто не трогает. Кому итемка надо? Ну, понятия не имею. У кого-то есть способ начальный? Кладбон стал бы, да. У меня есть... Осколок. Вон у адмирала есть. У меня есть пуха, и у меня есть кровь даже, но не собранная. Сундук не трогайте. Так, короче, кого есть? Кладбона и адмирала? Да. Да. Короче, адмирал. Да, вагон вот он. Адмирал потом заберешь. У меня тоже есть. Короче, кстати, открываешь сундук, открываешь сундук. Берешь. Кстати, Жунан вышел из сети в чем-то, че у него. Вылетел, наверное. Че, пускай заходит. Заходи, жена. Так, он в рейде? Тыкнулся на шкаф. Присмотри, присмотри, жена. А, пишет, дайте без меня. А, ранен. Ну, все, окей, тогда. Минус АД. Кладбон, открываешь сундук, берешь и там. Коротко, что нужно знать о вожаке стаи. Шапка. Ну, опа. Опа. Сюда. Сюда. Еще и ноги, блядь. Сюда шапка. Сюда. Это старик. Ну, я понял. Ты взял осколку, потом надо. Ты взял? Да, да, взял. Слышишь, вагон на втором. Провокатор будешь брать? Где твой ДПС? Ладно, не флудите. У всех... Старик, на разруль. Не тягите. Хороший трай, хороший лук. Блин, шмот хороший, но... Но, конкурсы неинтересные, да? Мне понравился трай. Это ты шапка и штаны упали, да, топовые хила? Почему хила? Маунт, ролите. Давайте я третий раз. Сюда, маунт. Фу, блин. Сюда, маунт. ГЦ. ГЦ, ГЦ. Ну хотя бы что-то. Не топор, хотя бы маунт. Нету смысла расхамиться. Сука, так за ГП неохота. А хули делать, старый? Улыбнись, блядь, и радуйся, тебе штаны упали последние. 284 хил, старик, воу. О, кстати, можно теперь одну воронку ролить на метасокет, на мага.
Скрин сделай, а то ребуты часто бывают, потом проебывается лут. Видео есть. Все, Лех, можно дальше идти, куролесь. Нее. ИП еще не был. Я не могу с собой начислить. Шапка 900 кп? И, да, да. После этого. После разрыва я начислил. Бля, ну шапка топ вообще. Надо теперь думать, что мне оставлять. Мне нужно следующий мем брать по-любому. Че, успею, конечно. Все, Клодон разрулил, да? Ой, Клодон, говорю, старик. Смотри, как она смотрит. Да, да. Давайте, она тебе не нужна, давай мне. Топ. Я бы тоже приора найдет. Я больше не хочу ничего поколтать, кроме нее. Едешь на кота идет, Клодбон? Да, идет. Да? Ну я загоняюсь. Хуя крита, скорость еще и кредиты. С критом. Топчик. Ну я хз первый раз еще вижу, что будет. Породи меня, вот и убили. Лех, че, обычка? Вечером, да? Миша вагон, как обычно. А кто капюшон забрал?